Привет всем и добро пожаловать в очередной эпизод моего русского влога. С вами Аня. Ой, была такая сумасшедшая неделя на самом деле, аж не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что я почти всю неделю проболела и провела дома, не ходила на работу. Слава богу, не корона, тест отрицательный. Но был ужасный насморк, сначала болело горло, не могла говорить, а потом начался очень сильный насморк, нос стёк, и настолько сильно, что я не могла по ночам спать. Здесь вот всё болело вокруг. Ах, это ужасно. Ну вот уже второй день, как симптомов никаких больше нету. Ну, совсем немножечко что-то ещё осталось, конечно. Ну, такие уже остатки. И, слава богу, у меня уже есть силы что-то записывать, рассказывать. Вчера даже поубирала в квартире. И ура-ура. Но самое интересное, почему эта болезнь была не вовремя, это потому что на этой неделе, как во всем католическом мире, в Финляндии праздновалось Рождество. Было очень обидно. Ну ладно, 24-25 декабря – это не мое Рождество. Мое Рождество 7 января. Православная. Но все равно было обидно, пока все гуляют, празднуют, поздравляют друг друга, я лежала в кровати и не могла ничего делать в свой выходной день лишний. Это было очень обидно. Но все равно. С Рождеством всех, кто праздновал этот день вчера, 25 декабря, я вчера провела этот день украшением своей квартиры. Я наконец-то развесила все гирлянды, все огни, которые у меня были, расставила свечки. В общем, я довольна, я обожаю все эти украшения. Наконец-то у меня появилось время это сделать. Например, туда вот я повесила гирлянду. Здесь у меня расцвел амариллис. Такой огромный, красивый цветок красный. Сюда на зеркало я повесила гирлянду. Тут свою аромалампу поставила и свечку. Сюда расставила рождественские открытки. Сюда повесила. Тут свечи, тут гирлянда. И еще у меня сегодня в планах пойти в лес и найти сосновую ветку, большую, красивую. Я ее принесу, поставлю, красиво украшу тоже какими-то гирляндами, поставлю искусственную свечку, шишечки, и чтобы у меня был запах елки в квартире, потому что это запах детства, такая красота. К сожалению, свою елку сюда притащить живую я не могу, слишком тяжело, слишком большая. Ну и квартира маленькая, будет занимать место. Но хотя бы сосну, веточку сосны, вот это было бы прекрасно. И да, почему я это делаю после Рождества? Ну, потому что мы в России, в Украине отмечаем в основном все-таки Новый год. И поэтому мой основной праздник еще только впереди, с 31 на 1 января. Ну, а потом еще и мое православное Рождество 7 января. Поэтому для меня приготовления только начинаются. Так, и еще что хотела вам рассказать, что произошло на этой неделе. Получила я, пока лежала здесь в постели, болела, пришло мне сообщение с почты, что вам пришла посылка. Я была очень удивлена, ведь я ничего не заказывала от анонима. Ну, на следующий день, когда пошла сдавать тест на корону, думаю, зайду заодно на почту, заберу посылку. Забрала. Имени отравителя нету. Пришла домой, вся такая с интересом, а что же там в этой посылке? Открываю, а там было вот это. My Heritage DNA, DNA Activation Kit. То есть набор для анализа ДНК. Ха! Кто-то сделал мне рождественский подарок. И это действительно круто. При помощи этого набора я могу взять пробу своего ДНК, отправить в лабораторию, и мне сделают анализ. То есть процентное соотношение
ДНК каких национальностей, наций, этнических, ДНК каких этносов, этнических групп у меня есть во мне и в моем роду. Вот это будет действительно классно. И сегодня я этим займусь. Это будет очень интересно. Посмотрим поближе инструкции, что в этом наборе. Итак, вот эта коробочка. Открываем, открываем. Что же здесь есть? Здесь есть конверт с обратным адресом. Написано, содержит пробы здорового человека с неизвестной или с подозрением на инфекционные вещества. Ну, то есть, они же не знают, что это будет у меня в моих пробах, в моей слюне. В общем, сюда я запакую все результаты и отправлю обратно в лабораторию. Здесь ватные тампончики. Кулечек с надписью Biohazard, биологически опасность. Activation Reminder, здесь мой код. Здесь инструкции, как это все делать. Ну, а здесь, собственно, набор. Две ватные палочки, ну или, да, ватные палочки. И два флакона. Куда собираются результаты. И что по инструкциям? Что я сегодня буду делать? Открывайся. Так, сначала надо активировать. Откройте набор. Все выложите, приготовьтесь. Потом взять одну ватную палочку. И сошкрябать со внутренней стороны щеки немножечко слюны. 30, в течение 30-60 секунд. Потом поместить это во флакон, закрыть флакон. Повторить действие со второй щекой. Поместить результаты вот в этот вот пакетик. Закрыть. Поместить все в конверт и отправить в лабораторию. Вот такой вот набор. Жду не дождусь, когда я сегодня наконец-то это сделаю. И все отправлю, и через недели три получу свои результаты. И я уже начинаю гадать, какое процентное соотношение каких этнических групп во мне есть. Но я точно думаю, что большая часть славянская. Потому что во мне украинская кровь, русская, польская кровь. Это то, что я точно знаю. Посмотрим, что еще найдется. И да, анонимный отправитель. Я знаю, что ты это смотришь. Еще раз огромное тебе спасибо за этот замечательный сюрприз. Ладно, ребята, пойду я заниматься дальше полезными делами. Завтра снова на работу, как ни странно. И всем до встречи, хорошего вам дня. Пока-пока.